Так, я покажу вам новый способ вязки узла «Бык Гордон». Вяжется это следующим образом. Сначала завязываете простой узел и вытягиваете петлю обноса ходовым концом коренного конца вот таким образом. Ходовой конец укладываете перпендикулярно коренному, ну, примерно вот так. Теперь вращаете петлю обноса вокруг оси, проходящей вдоль ходового конца. Вот так. Раз и два. При этом петля скручивается восьмеркообразно и образует выблиночный узел, завязанный по ходу коренного конца. При затягивании узел самостопорится и не требует дополнительных контрольных узлов. Еще один способ. Через травяную петлю вяжете простой узел. Теперь вяжете из него, формируете из него травяную петлю, но не затягиваете. И растягиваете коренной шлак травяной петли. Вот так. При этом формируется выблиночный узел, завязанный по ходу коренного конца. И образуется бык Гордон штык. И последний способ. Формируете шлак. Теперь начинаете вязать восьмерку. Но не завязываете, а переходите к вязке девятки. Вот, обнаруживаете вот этот треугольный замкнутый контур и протыкаете его снизу ходовым концом. Формируете выблиночный узел, завязанный попутно коренному концу. Бык Гордон готов.